Каждый день на летней пришкольной площадке в Субсехской школе особенный, тематический. После зарядки и несложных занятий ребята то играют в следопытов, то идут в гости к сказкам. Под конец смены ребята каждого отряда готовили сказку «Колобок» в разных жанрах кинематографа. Боевик, комедия и даже латиноамериканская мелодрама. А стены школы уже не напоминают об уроках и заданиях. Когда ты учишься, это как-то трудно, а вот когда... Площадка – это отдых, это море, это друзья, это все. С Ольгой Евгеньевной мы развиваем речь, разные, когда играем в игры, получается очень весело, а когда мы уходим, как-то становится грустно, не хочется отсюда уходить. Педагогический коллектив и вожатые старшеклассники, вооружившись творчеством и фантазией, превращают будни в настоящие праздники детского творчества и креатива. Смена пролетела незаметно, потому что, наверное, каждый день был очень насыщен. Детей занимали всем, чем можно. Это были занятия психолога, это были музыкальные комнаты, игровые комнаты, это была спортивная площадка, это были тренировки, танцы, игры. И детям некогда было даже заскучать. На море, конечно. В нашем лагере замечательная возможность была побыть детям, которые еще не учатся в нашей школе. Это ученики будущего первого класса. И самое главное, что здесь происходила социализация детей. Дети разного возраста дружили вместе, проводили вместе мероприятия. Впереди у школ еще одно важное событие – ремонт и подготовка к началу учебного года. Но в конце лета площадки снова распахнут двери для второй смены.